Здравствуйте, дорогие зрители, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Ольга Савкина, сегодня я в гостях у Натальи, у Гаджи. Снимаю для вас турецкие костюмы, турецкие футболки. Большой ассортимент пришел уже с коротким рукавом, хорошие цвета, такие приятные, не кричащие, хотя есть много и ярких оттенков. Давайте покажу, где я нахожусь. Это город Москва, торговый комплекс «Садовод», линия 18, павильон номер 38. Работают как оптом, так и в розницу. Есть соцсети, ссылки на них будут под видео. Ну и три номера телефончика, с которым, я думаю, даже со многими вы уже знакомы, потому что наверняка тут уже заказывали. Размерный ряд будет в основном от 46 до 54 размера. Ну, а подробно уже Наталья все покажет и расскажет. Я, кстати, первый костюмчик уже примерила на себя, и сейчас еще сделаю для вас пару примерок. Здравствуйте, Олечка. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Смотрите, что хочу сказать. Мы получили очень много интересных моделей. Показывать в основном будем короткий рукав. Есть у нас скидки на костюмы. И хочу сказать, еще мы будем показывать. Вначале мы покажем костюмы, то, что есть в трикотаже, в тонком трикотаже. И вот такого плана. Разные модели в джинсовых платьях. Я покажу вам немножко позже. Но мы их тоже будем показывать. Итак, девочки, смотрите. Мы получили очень красивую модель. Она у нас идет в разных расцветках. Получаем ее на повторе. Это идет хлопок и вискоза. Брючки свободного кроя. Они у нас идут как палаццо. Кофта прикрывает паховую зону. Тоже такая удлиненная моделечка. Опять же, по бокам есть разрезы. Небольшая вот такая дорожка из страз. Смотрите. Очень красивый костюм во всех отношениях. То есть вы его можете и на работу, и на любое мероприятие. Расцветки разные. Беж. Очень красивый цвет. Голубой. Красивый, нарядный. И хаки. Три цвета в этой модели. Размеры, девочки, они идут с 48 по 54. Размеры полные, размеры немаломерные. Такой костюм, девочки, 5300. Дальше, девочки. Вот такой костюм мы получили в разных расцветках. Это идет хлопок со льном. Красивая классика, ничего лишнего. Брючки также идут палаццо. И разные расцветки. Расцветки я еще потом попозже дополнительно покажу. Этот костюм идет в размерах. Размеры с 48 по 54. Вот такой красивый, славный костюм. И расцветки разные. 48, 54. И вот такой костюмчик, девочки, 4500. Так, вот эта модель, девчонки, у меня тоже идет в разных расцветках. Классика брюки. Чуть заужены к низу, но опять же, они не совсем узкие. Они не как лосины, садятся очень красиво. Вот такое вот напыление по костюмчику. Разные расцветки, девочки, разные модели. В этой модели идут расцветки молочный, серый и горчица. Цвета все красивые. Вот такой костюмчик, девочки, 4500. Так, дальше. Вот такой костюмчик, девочки, у меня в разных расцветках. Это у нас идет 3/4 рукав. Интересный каждый по-своему костюм. Это идет комбинированный, то есть у нас получается он идет с легкой тканью. Такой костюмчик, девочки, у меня размер осталось 48, 50, 50, 52. В этой модели два цвета, еще есть серый с черным. Такой костюм, девчонки, 5000. А вот эта модель у меня тоже в разных расцветках. Тоже 3/4 рукав. Белый с черным. Небольшая такая вот дорожка. Комбинированный красивый костюм.
цвет бежевый, черный с белым и серый с черным. Размеры, девчонки, 48-54. И размеры полномерные, размеры не маленькие. Такой костюм, девочки, 5300. Но опять же, скидки у нас есть для зрителей, для подписчиков нашего канала. Вот эта модель у меня идет в расцветках. Она идет в больших размерах. То есть размеры будут 50-58. Цвет белый, бирюза и серый. Брюки классика. Это из больших размеров. Такой костюм, девчонки, сейчас со скидкой 5000. Это у нас длинный рукавчик, но тоже имеет место быть. Вот такая модель тоже так же идет с длинным рукавом. Тоже такие же размеры, 50-58. 5000, такой костюм со скидкой. Дальше, девочки. Вот такой костюм мы получили на повторе и уже не первый раз. В этой модели три цвета. Рукав длинный, но все равно он актуален. Так, цвет графит. Здесь красивые такие стразики по штанам и по рукаву. Размеры 48-54. Брюки у нас идут палаццо. Цвет молочный и черный. Цвета все красивые, девочки. Такой костюм сейчас со скидкой у нас 5000. Начинаем с новинок. Вот эта модель в разных расцветках. Получили мы ее на повторе опять. Очень хорошо она у нас продалась. Она у нас на заказах и у оптовиков, и у розничных покупателей тоже. Интересная модель. Лампас небольшой по брюкам. Такой тоненький, не такой прям глаза бросающийся. Кофта идет удлиненная, девчонки. Спина немножко подлиннее, перед чуть покороче. Но опять же, паховая зона у вас будет прикрыта. Минимум камней, минимум надписей. Очень интересный костюм, причем в разных расцветках. Цвет голубой. Вот такой красивый лимончик. Здесь у нас получается отделка в черном. Фисташка. И капучино. Расцветки, девочки, все красивые. Так что кого что заинтересует, пишите нам. Я вам все подробно отвечу по расцветкам, что у нас есть в наличии. И размеры, девчонки, 48-54, как обычно. И такой костюмчик, девочки, 5300. Вот такой костюм, девчонки, у нас идет 3 четверти рукав. Брючки палаццо. Разные расцветки. Размеры 48-54 и максимально полный 54-й. Реально, девчонки, он не маломерит у нас размеры. Это у нас идет элечка. Вот она, видите, вот 48-50. Расцветки разные. Голубой цвет. Есть белый с серыми брючками. Тоже очень красивый костюм. Также он есть белый с черными брюками. Очень достойный костюм. Размеры, опять же, напомню, девочки, размеры полномерные, размеры не маленькие. И еще у нас есть вот такой вот персик. Такой костюмчик, девочки, 5300. Размеры пока все есть. Вот такой костюм, девчонки, мы получили. Это тоже из новинок. В этой модели 5, да, даже 6 расцветок. Например, вот в этом цвете лимончик кофта у нас идет. И брючки черные, палаццо. Размеры 48-54. Полномерные размеры, не маленькие. Такой костюмчик, девочки, 5500. Здесь уже идут, у нас идет трикотаж уже потоньше. Тоненький такой трикотаж, летний костюмчик. К телу очень приятные, девочки. У нас ткани всегда идут натуральные. Так. В этой модели расцветки разные. Вот такой у нас получается лимон. Вот графит светлый. Графит темный. Олечка, подойди, пожалуйста. Вот эта модель еще у нас есть в бежевом цвете. И в черном классика. Так, и еще в этой модели есть у нас цвет капучино. Сейчас я вам его покажу. Так. Вот он, капучино. И классика белый с черным. Красивая модель, девчонки. Она может как и для повседневной носки, но также можно в нем и прекрасно, и на работу. Размеры, девчонки, еще раз повторю, 48-54. И такой костюмчик, девочки, 5500. Костюм мы получили тоже в разных расцветках. Брюки палаццо. Минимум страз, совсем прямых, очень чуть-чуть. Также у нас идет дорожка из страз по рукаву. Красивый принт. Размеры также 48-54 и разные расцветки.
Это у нас идет фисташка. Белые с черными штанишками. Тоже красивая классика. Красиво, ярко смотрится, по крайней мере. Дальше у нас идет молочный с капучино и джинса. Олечка, подойди, пожалуйста. Вот так вот у нас получается джинса. Такой костюмчик, девочки, 5500. Расцветки все красивые. Я уверена, очень уверена, что вам наши модели понравятся. Они достаточно интересны. Так же, как и на повседневку. Но есть такие модели, которые даже идут как нарядочка. Сейчас я вам все буквально покажу. Вот эту модель, девчонки, мы также получили. Очень красивый, стильный костюм. Он у меня в разных расцветках. V-образный вырез. Также брюки у нас идут палаццо. Красивый, стильный костюмчик. Вот, смотрите, как интересно сделаны брючки. Размеры 48-54. В этой модели размеры полномерные, не маленькие. Такой костюм, девочки, 5500. Три цвета. Черный, классика. Олечка, покажи, пожалуйста. Так, постараюсь. Максимально дотянуться. Молочный, с капучино и фисташка. Так, дальше костюмчики, девочки, у нас. Вот у нас такой красивый костюм. Это у нас идет лен. Также минимум всего. Без камней, без принтов. Очень красиво сделаны брюки. Брюки у нас идут палаццо. Вот такой костюмчик, девочки, 4500. Он у меня есть в пудре и есть в джинсе. Так. Размеры 48-54. Размеры полномерные, размеры не маленькие. Так, вот эта модель. Мы ее получили тоже в разных расцветках. Очень красивый, стильный костюм. Брюки идут обычная классика, немножко заужены к низу. Опять же, брюки в обтяг не будут, так что не волнуйтесь. Красивая кофта идет, спина удлиненная, перед чуть покороче, паховая зона прикрыта. Вот такая у нас стрекозка, смотрите. Ну, немножко страстно, опять же, с ними ничего не происходит, никуда они не падают, так что не волнуйтесь. И расцветки. Это у нас мята. Вот такой у нас жемчужно-серый. Тоже очень красивый цвет. Молочный. И черный классика. Размеры, опять, девочки, я повторю, 48-54. И такой костюмчик, девочки, 5500. Следующая наша новинка, девчонки. Вот такой мы получили красивый костюм. Посмотрите, какое красивое сочетание цвета. Это молочный и капучино. Он может быть и... Видите, допустим, не совсем он такой вот обычный. Его можно и как нарядка, ну и как повседневка тоже так же. И на работу, и куда-нибудь сходить в гости. Расцветки в этой модели разные. Девочки, сейчас цвета покажу. Размеры 48, самый маленький, 46-48. И максимально полный 54-й. Такой костюмчик, девочки, 5500. Расцветки, девочки. Очень красивый такой цвет. Белый. И штанишки у нас тут шампань. Классика белого с черным. Олечка, подойди сюда, пожалуйста. Вот он, белый с черным. Как обычно, классика цвет. И вот такой у нас идет голубой, тоже с черными штанишками. Цвета все насыщенные, не блеклые. Так что, девочки, кому что нравится, пожалуйста, звоните, пишите. Будем рады всем ответить. 48-54 такой костюмчик в размерах. Такой костюмчик, девочки, 5500. Вот такой, девочки, у нас красивый костюм. Смотрите, штанишки у нас, это идет комбинированный, то есть трикотаж и ткань. Это уже идет хлопок с вискозой. Красивый, стильный костюмчик, брюки у нас идут палаццо. Разные расцветки. Вот красивый принт, цвет брюк. И уже из этого мы будем исходить по расцветкам. То есть получается беж. Вот такой бирюза. Белый с черным. И джинса еще есть. Размеры, девчонки, полномерные. Это у нас получается 46-48, самый маленький, максимально полный 54-й. Такой костюмчик, девочки, 5000. Вот такую модель мы получили тоже в разных расцветках. Тоже короткий рукав. Брюки здесь уже идут классика. Но опять же еще раз повторю, что у нас брюки не узенькие, не в обтяг. В этой модели, девчонки, разные расцветки. Цвет у нас идет графит. Черный,
Все расцветки красивые. И капучино. Вот такой костюмчик, девочки, 5000. Размеры также идут 48-54. Полномерные размеры. И уверяю вас, что они у нас не маломерят. Дальше, девочки. Вот такой красивый, славный костюмчик. Бомбер на молнии. И, как видите, он у нас на ножке. Вот на такой. Кстати, красивый костюмчик, стильный. Брюки здесь у нас идут на манжете. Капюшон. В этой модели, девчонки, размеры 46-48. Самый маленький, максимально полный 54. Расцветки разные. Это у нас идет горчица. Молочный цвет. Ой, вернее, белый. И молочный. Вот они, видите? Красивые расцветки, разные оттеночки. Размеры, девчонки, 48-54, еще раз повторю. И такой костюмчик, девочки, 5000. Вообще, ценовая политика у нас разная. Поэтому есть костюмы, есть модели подешевле. Я сейчас вам еще все покажу. Лишь бы нам хватило времени. Вот эта модель, девчонки, у меня в разных расцветках. Это у нас идет 3/4 рукав. Брюки классика. Олечка, покажи расцветочки, давай посмотрим. Есть молочный цвет, девочки. Есть красивая зелень и белый. Белый с черными брючками. Такой костюм, девчонки, 5000 и 3/4 рукав. Так, дальше. Вот такая нам красивая новинка приехала. Получили мы очень красивый костюм. Короткий рукав, бомбер на молнии. Вот такие у нас красивые брючки здесь. Немножко страз, совершенно чуть-чуть. Очень красивая, стильная модель. Цвет, девчонки, белый. Напыление, посмотрите, какое. Тут ни камни, ничего. А очень красивый такой принт. Совсем всего немножко. И красивое напыление. Так, цвет белый. Серебристо-серый. Тоже красивые все цвета. Молочный. Посмотрите, какой красивый цвет. Угу. И черный. Так, сейчас я его достану вам поближе, девчонки. И вот так вот черный у нас. Все расцветки красивые, девчонки. Так, размеры полномерные. 46-48, самый маленький, максимальный полный 54. Черный, молочный, серый, серебристо-серый и белый. Такой костюмчик, девочки, 5500. Красивый стильный костюмчик. Он у меня в разных расцветках, девчонки. Цвет молочный. Есть графит и есть черный. Посмотрите, какой красивый костюм. Это у нас получается защипы внизу. Получается они у нас как на манжете. Красиво очень кофточка смотрится. Тоже такой красивый стильный костюм. И V-образный вырез. Расцветки молочный. Но опять же, отвлекусь немножко. Стразы есть, но их здесь совершенно совсем чуть-чуть. Как будто они все равно придают какую-то такую вот изысканность костюму. Просто если будет совсем вообще ничего, это будет совсем очень просто. Конечно, цвет молочный. Получается у нас графит еще. И классика черный. Три цвета в этой модели. Расцветки все красивые. И размеры, девчонки, сейчас 46-48, самый маленький. И максимально полный 54. Идеально садится костюмчик. И такой костюм 5000. Но опять же повторяю, девчонки, кто берет несколько моделей, у нас скидки всегда тоже есть. Потому что есть у нас много покупателей, которые покупают 3-4 вещи. Ну, и, соответственно, всегда тоже скидка также есть. Вот эта модель в разных расцветках, девчонки. Здесь брюки у нас идут классика. Немножко заужены к низу, но опять же, уверяю вас, что они как лосины не сидят. Вот эта модель у меня тоже идет в разных расцветках. Очень красиво здесь у нас сделан принт вот такой небольшой. Минимум камней. И цвета. Сирень. Молочный. Голубой. Серебристо-серый. И также есть черный. Классика черный. Вот. Размеры, девчонки, 46-48. Самый маленький. Максимально полный 54. И такой костюм, девчонки, 5000. Та моделечка, посмотрите, какая интересная. Здесь у нас брюки идут классика, опять же. Чуть зауженные к низу. Красивый здесь у нас вот такой вот принт из камушков. Из страз. Посмотрите. Камни идут в цвет кофты. И опять же, такой костюм 5000. И у нас получается три цвета. Серебристо-серый, молочный
и классика черный. Так, дальше. Очень много у нас моделей, девчонки, так что кого что заинтересует, звоните, пишите, будем рады. Вот эта модель у меня тоже в разных расцветках. Цвет есть серый, черный. То есть кофты будут везде белые, а брючки будут у нас вот как кармашек. Так, и есть еще бежевый цвет. Вот у нас получается белый с черным. Классика черный. Полностью вот черный костюмчик. Такой костюм, девчонки, 4800. Так, девочки, сейчас я вам покажу несколько моделей. У нас не так много, конечно, но есть модели у нас и по 4500, и по 4000. Например, вот такой очень красивый костюм. Он у меня остался вот в одном цвете. Вот такой костюмчик, девочки, можно 4500. Размеры 46-48, самый маленький, и полный максимально 54. Очень интересная модель. Тоже, опять же, минимум камней. Немножко вот такой вот небольшой принт. Также он есть по брючкам и по самой кофте. Вот такая вот небольшая дорожка из страз. Я говорю, минимум. Самый минимум для тех, кто не любит там стразы, надписи. Но опять же, у нас что-то есть. Такой костюм 4500. Так, дальше, девочки. Вот эта модель. У меня есть в разных расцветках. Цвет есть розовый. Есть молочный. И есть серый. Вот, кстати, какой хороший костюмчик. Красивый. Такой стильненький костюмчик. И тоже так же идет небольшой принт. Чуть-чуть страз. И вот такой вот карман кенгуру. Размеры, девчонки, 42-44. Самый маленький. И полный 52 максимально. Такой костюм, девчонки, 4000. Расцветки разные. Есть цвет вот такой молочный. И серебристо-серый. Да, увидела. Так, вот такой костюмчик, девчонки, тоже, смотрите, интересный. Вот такие у нас тут есть карманы на кофточке для удобства. Брюки прямо чуть зауженные к низу. Классика. Их идет три цвета. Олечка, подойди, пожалуйста, сюда. Вот черный цвет. Это у нас идет серебристо-серый. Вот. И вот такой красивый сиреневый. Расцветки шикарные, девчонки. Так что, кому что нравится, звоните, пишите. Размеры 46-48, самый маленький. Полный 52 максимально. Такой костюм 4000. Девчонки, вот такой костюм у меня тоже в трех расцветках. Цвет есть бежевый, цвет есть черный и пудра. Посмотрите, какой славный костюмчик. Брюки идут обычная классика. Такой костюм 4000, девчонки. Размеры 46-48, самый маленький. Максимально полный 52. Со скидкой такой костюмчик, девочки, 4000. Вот эта модель, девчонки, у меня тоже в расцветках. Цвет есть зеленый, серый, черный. И такой костюм, девочки, 3500. Размеры 46-48, самый маленький, максимально 54. 3500 такой костюмчик. Так, стараемся показывать как можно больше. Вот этот костюм у меня также, девчонки, 3500. Он у меня тоже в расцветках. Цвет есть белый, есть василек. Оранж, мята, черный. Брюки у нас идут палаццо. Вот такой красивый принт по футболке. Опять же, футболочка не короткая, удлиненная, пахова зона прикрыта. Такой костюм 3500. Костюм с шортами. Он у меня в расцветках. Цвет белый, голубой, беж, черный. И такой костюм, девчонки, 3500. Вот такие шорты, да. Так, дальше. Такого плана костюм, девчонки, у меня тоже идет в двух расцветках. Есть белый и есть черный. Вот, смотрите. Два цвета. И размеры, девчонки, 46-48. Самый маленький, полный 52 максимально. Такой костюм 4000. Также есть вот такая модель у меня. Цвет пудра. Брючки у нас здесь будут черные. И вот такой в белом цвете. Такой костюмчик, девочки, 3500. Вот такой костюмчик, девочки, у меня тоже очень красивый. Брюки у нас идут на резинке. Молния до середины груди, но можно ее и вот так застегнуть стоечкой сделать. Можно разложить воротник. Расцветки разные. Видите, какой красивый, комбинированный. То есть идет горчица с белым. Очень красивое сочетание. Во-первых, цвет такой сочный, не блеклый. И так, тут у нас идет, девчонки, 5 расцветок, да. Вот такой горчица. Черный, классика. Полностью черный.
черный с белым, беж и серый. Цвета все красивые. Так что, девочки, звоните, пишите. Пока есть расцветки, пока и сами модели. Опять же, размеры 48-54 и такой костюмчик 5000. Так, девочки, как я обещала, джинсовые платьица. Выбор у нас, кстати, не маленький в джинсовых платьях. Это у нас идет фабрика Zengere. Это идет 100% катон. Вот эта модель у меня есть два размерных ряда. То есть получается 50 по 60 и 48-54. Вот такое платье, девчонки, можно по оптовой цене 2500. Модели разные. Вот эта модель у нас идет с 50 по 60. Вот это также идет с 50 по 60. Вот тоже хорошенькое платьице. Опять же, хочу сказать, что в этих платьях очень хорошая ростовка. То есть на высоких оно коротким не будет. И длина будет до середины икры. Вот такое платье тоже. 2500. Можно, вот эти платья, девчонки, по оптовой цене 2500. Так что размеры, девчонки, в основном с 50 по 60. Но есть и 48-54. Есть у меня и вот такое платье. Это где-то уже другая фабрика, но тоже Турция. Оно комбинировано. Летняя легкая джинса. И у нас получается вот такая вот с ацетатным шелком. Размеры, девчонки, 46-48, самый маленький, максимально полный 54. Такое платье 3500. А вот это у нас идет платье, такой вот пыльник, легкая джинса. Это Darkwing фабрика. Посмотрите, какое красивое. Оно идет у меня в двух размерах. То есть единица, двойка. Самый маленький у нас получается 54-58 и максимально 60-64. И такое платье, вот эта модель 5000. Дальше, вот это у нас фабрика платья Darkwing. Тоже у него тут, это у нас идет хлопок с вискозой. Ткань жатка, то есть она неприхотливая ни в мотке, ни в стирке. То есть надел, это серия надел и пошел. Размеры, девчонки, здесь у нас получается 52-54, самый маленький, и максимально полный 58 в этой модели. Такое платье, девчонки, 5000. Вот эта модель тоже так же, это Darkwing фабрика. Просто у нее идет совсем другая красивая летняя расцветка. Посмотрите, невесомая ткань, не жаркая. Как раз на лето, на жару. Рукав можно оставить полная длина, а можно вот присобрать. И такое платье тоже 5000. И размеры, девчонки, с 50 по 56. Вот эти две модели, девчонки, красивые стильные платья, 5000. Это у нас такая цена. И для подписчиков канала тоже такая цена. Так, вот эта модель, девчонки, вот мы получили сарафаны на повторе. Это у нас идет трикотаж. Сейчас я его сниму. Это двойка. Разные расцветки. В этой модели цвет есть серый, джинса черный, молочный. Такой сарафанчик, девочки, 5000. И размеры 48-54. Длина красивая, полная. Даже на маленьких сильно длинной не будет. Резать длину не надо будет. Так, вот эта модель. Цвет есть серый, джинса черный и молочный. А вот такой сарафан тоже у меня есть в разных расцветках. Цвета я вам сейчас покажу. Это идет тоже двойка. Это уже идет льняной сарафанчик и трикотажная кофта. Здесь идет 3/4 рукав. И такой сарафан, девчонки, 4500. Цвета я сейчас вам еще покажу. Вот такое платье, девчонки, у меня в штапеле. Их два цвета. Цвет черный. Горох сейчас актуален. Черный и белый. Красивый свободный стиль у платья. Рукавчик можно сделать подлиннее, можно вот так присобрать, сделать короче. Вот. И размеры, девчонки, 48-54. И также у нас получается такое платье 5000. А вот такое Darkwing фабрика, тоже красивое платье. Он у меня идет на кулиске. Опять же, длина идет евро, чуть ниже колена. Размеры 56-58-60. И такое платье 4500. Это со скидкой уже. А вот такое платье у нас получается 3/4 рукав. Размеры 50-54. И такое платье тоже 4500. Цвет сиреневый. Дальше по платьям. Вот такая модель у меня в платье, девчонки. Она у меня идет в разных расцветках. Цвет есть белый, черный, зеленый. Такое платье, девчонки, 4500.
Размеры 46-48, самый маленький, максимально полный 54. Так, цвет бежевый, черный, зеленый, белый. Вот эта модель у меня тоже в двух расцветках. Есть цвет синий, есть цвет черный. Вот так у нас получается тоже красивое платье. Вот он в темно-синем цвете. И вот оно в черном. Размеры также 48-54. Их два цвета. Длина у нас получается чуть ниже колена. И такое платье, девчонки, 4500. Оно идет комбинированное. Трикотаж и хлопок. Так. Так. Еще раз покажу расцветки у этого платья. Цвет белый, беж и красивая зелень. Так у нас получается. Зелень, беж и белый. 4500 такое платье, напомню, девочки. И размеры полномерные 48-54. А вот эта моделечка у меня тоже очень красивое стильное платье. Такое платье, девчонки, у нас 5000. Длина получается чуть ниже колена. Очень красивое стильное платьице с капюшоном. Вот такой вот у нас небольшой принт. Размеры 48-54. Такое платье 5000. Вот такой сарафан я вам показывала в молочном цвете. А это у меня есть фуксия. То есть сарафан будет везде черный. А принт по сарафану будет в цвет кофты. Цвет фуксия. Цвет вот тут красивый белый с черным и зеленый с черным. Размеры 48-54. И сейчас со скидкой такой сарафанчик, девочки, 4500. Также, девочки, у нас отдельно есть брюки. Получили вот такие красивые классические брючки. Посмотрите, как они красиво, такая вот у нас застрочка по ним. Так у нас получается размеры 42-44, самый маленький, и максимально полный 52-54. Такие брючки, девочки, 2500 будут размер 52-54. Вот, а 2000 будут у нас брючки с 42 по 48. К этим брючкам, например, мы можем подобрать вот такого плана любую футболочку. Причем разные по цвету. И можно также скомбинировать, вот как костюм. Так, но брюки у нас еще есть. Есть черные. Так, есть красные. Есть вот такие вот горчичные. Есть вот такие серые. Кого что заинтересует, допустим, отдельно по брюкам и отдельно по футболкам, вы пишите. Я вам вышлю, что у нас есть в наличии. Разные расцветки, разные модели. Вот такие у нас футболки, девочки. Сейчас я вам покажу. Мы также можем их скомпоновать костюмом, а можно отдельно выбрать брючки, либо футболки. Вот такая модель футболки. Девчонки, есть цвет черный, капучино и джинса. Размеры в этой модели идут 48-54, даже самый большой подойдет и на 56. Длина, видите, ровненько у нас идет, то есть без перепадов. Такая футболка, девчонки, 2500, маленькие размеры, а большие размеры 2700. Но опять же, есть у нас скидки. Так, вот такого плана футболка, у меня тоже здесь, девчонки, в разных расцветках. Цвет есть фуксия. Есть голубой, черный, белый и желтый. Цвета я вам сейчас покажу. Вот тоже хорошая, такая красивая, славная футболочка. Вот эта футболка, девчонки, у меня идет со скидкой 1500. Размеры 48-54. Так. Вот такая футболка у меня тоже идет в разных расцветках. Цвет голубой, желтый, черный и белый. Размеры 48-56 в этой модели. И такая футболка, девчонки, 2500. Вот такая футболка мне, девчонки, тоже в разных расцветках. Но это уже идет хлопок с вискозой. Такая сжаточка ткань. Очень красивая такая кимоно. То есть и идет очень красиво садится на полных. Не только на худеньких. И такая футболочка, девочки, 2500. И вот они расцветки. Белый, серый, беж, черный.
Вот такая рубашка у меня, девочки, есть со скидкой. Такая рубашка, девчонки, 3000. Размеры 48-56. Она, рубашка идет прямая. Внизу кулисочка. То есть можно ее собрать кому как хочется. Можно просто оставить прямой. Рукавчик мы можем сделать длинным, а можем сделать коротким. Это Турция, фабрика Гизе. Также, девочки, у нас футболок много. Так что кого что заинтересует, вы пишите. Мы будем рады вам ответить. Разные модели, разные расцветки. Вот так будет. Теперь я покажу вам нашу распродажу. Есть распродажа по 1500, есть по 1000, есть по 500, но обо всем по порядку. Например, вот такая, например, моделечка у меня идет, комбинированная джинса, она идет 1500. Вот такого плана разные свитшоты тоже есть 1500. Вот такого плана толстовки, это идет трехнитка, основа хлопок тоже 1500. Вот такие разные футболки тоже есть по 1500. Но опять же, размер сразу скажу, девчонки, они идут с 44 и по 52. Разные модели. Так, есть вот такие футболки. Есть вот, так, вот такого плана футболки, они тоже у меня по 1500 и свитшоты. Но опять же, скажу сразу, девочки, размеры будут 44-52. А есть вот такого плана платьица. Тоже, вот они у нас идут по 1500. Размер в этих платьях, девчонки, 44 50, по 50, да, 1500. За кого что заинтересует на распродаже, еще раз скажу, девчонки, размеры 44 в основном по 52. Вот такие футболки у меня есть по 500 рублей. Тоже также размеры 44 по 52. Так. Девочки, вот такие рубашки, они у меня идут в оверсайз. То есть вы можете надеть с 44 по 54. 1500 со скидкой по распродаже. Цвета есть белый, беж и очень красивая зелень. 1500 всего-навсего. Тоже также производство Турция, это фабрика Ангел. Так, дальше. Вот есть у меня вот такого плана костюмчик. Можете его купить. Отдельно любая вещь будет 1500, это сога фабрика, либо костюмом 3000. И у нас еще получается вот такие брючки есть по 500 рублей. Это тоже все идет хлопок, фабрика Ангел. И размеры, девчонки, 44 и по 52. Ну, итак, дорогие наши зрители, надеюсь, спасибо вам за то, что вы были с нами до конца. Обзор, в принципе, был, да, не маленький, но мы хотели все прямо вам показать. И то, в принципе, все мы не успели показать. Вот, надеюсь, вам понравились наши модели, и каждая из вас для вас обязательно что-нибудь выберет. Находимся мы в Садовод, Москва, линия 18, павильон 38. Работаем мы и оптом, и в розницу. Так что звоните, пишите. У кого есть возможность, приезжайте. Обязательно для вас, обязательно что-нибудь подберем.